Виталий Колпин занимается флейрингом более 7 лет. Увлечение началось с работы в баре. Виталий готовил коктейли в полете, используя технику с огнем. Сейчас он один из лучших барменов в нашей стране, многократный победитель международных и европейских конкурсов по флейрингу. За 2 месяца до чемпионата мира Виталий разрезал сухожилие большого пальца руки. Однако он смог восстановить силы, а травма помогла настроиться психологически. Было очень много сильных ребят, но многие сгорали просто до выхода на сцену, потому что очень сильное психологическое давление, и ты приходишь до выступления, за 3 часа до выступления, зона подготовки, и дальше ты уже сам с собой наедине в своих мыслях. Вот, и вот этот момент просто перегореть можно очень-очень легко, и ребята очень многие просто перегорали. Участники демонстрировали свои умения во всех аспектах барменского искусства, начиная от знания иностранного языка и заканчивая филигранной техникой подачи коктейлей. В финале на выступление отводилось 5 минут. Судьи и зрители оценивали программу, настрой и костюм участника, презентацию и обаяние. Виталий Колпин продемонстрировал сложность технических элементов и неподражаемый артистизм. Когда я выходил на сцену, у меня было в голове одно, я хотел порадоваться своих друзей и близких в своем выступлении. Вот. А я не думал о результате. Но результат получился очень даже неплохим. Конкурс есть конкурс, любой есть конкурс. Это отдельное событие, поэтому мне, например, не важно было, кто будет моим соперником. Там надо было, борьба с собой шла и все. В итоге Виталий Колпин был признан чемпионом России по флейрингу и занял 4-е место в общемировом зачете. «Стать чемпионом мира – это не самоцель», – говорит Виталий. «Важно постоянно совершенствоваться и расти профессионально».